Всем добрый день. Сейчас я вам покажу еще одну застройку в Калининграде. Так, если вы пешком доезжаете на Московском проспекте до ОКБ «Факел» и идете дальше до моста. Заходите до моста, сворачивайте. Так, этот мост пересекает дорогу, которая идет на восточную эстакаду и на остров. Доходите до моста и влево. Пешком здесь, наверное, идти минут 10. Вся эта инфраструктура была отремонтирована и построена к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Мост был полностью перестроен, отреставрирован. Дороги этой не было. Здесь были железнодорожные пути. 5 минут легкой ходьбы. О, какие хорошие домики. И вы видите на горизонте пункт нашего назначения. Мы сейчас туда дойдем. Так, доходите до кольцевой. И поворачиваете влево. На горизонте, видимо, автобус. Сейчас подойду, посмотрю, какая автобусная остановка, какие автобусы ходят. Можете наблюдать еще одна застройка. И на горизонте еще застройка. Смотрим, автобусная остановка. Ходят автобусы 26. И автобус номер 11. Приближаемся к пункту нашего назначения. На горизонте можете видеть еще застройки. Но это улица Суздальская. Я внизу дам ссылку на эту застройку, на новую. Можете посмотреть. Очень много строек. В чем преимущество Калининграда? Калининград город маленький, компактный. Поэтому точечной застройки не нуждается. Пустого места свободного очень много. Инфраструктура строится достаточно быстро. Поэтому такие вот хорошие районы и вырастают. Сейчас подойду ближе, покажу. Что мне нравится, сразу делается инфраструктура. Освещение, дороги, тротуары, велосипедисты на горизонте, как можете видеть. Все очень удобно. Улица, на которой я стою, называется улица Молодой Гвардии. Она начинается от Кольцевой и уходит до улицы Гагарина, если я не ошибаюсь. Улица Молодой Гвардии. Дошел я до новостройки. Строят, кстати, строят очень быстро. Армированный бетон, между ними кирпич, стандартная стройка, пустырь и еще один кран. Будут, конечно, расстраивать весь пустырь, застраивать, вернее. Так, сейчас реклама здесь, реклама этой стройки. Сейчас еще покажу. Офис продаж находится рядом со стройкой. В принципе, удобно. Рядом находится общий план застройки для привлечения клиентов. Через дорогу находится грунтовый аэродром Дывау. Самолеты здесь не садятся, не взлетают. В основном здесь занимаются парапланеристы, любители малой авиации и так далее. В общем,
пустырь большой. Еще одна новостройка. Подписывайтесь на мой канал. Я буду все рассказывать о Калининграде и области. Благодарю за внимание.